Так, сегодня у меня хорошая новость для жителей города Сим. Из моих достоверных источников я узнаю, что оказывается вчера. Наконец-то в город Сим, в больницу, привезли одно стоматологическое кресло и установили. То есть врачи жаловались, еще в том году я снимал, что плохое оборудование, куда-то подевались кресла. И вот наконец-таки вчера кресло установили. Будем надеяться, что подобные хорошие новости будут сейчас чаще. С вами был Александр Мартынов. До новых встреч!